Да, прекрасно. Чтобы ценная информация от наших экспертов, которые сегодня будут у нас участвовать и поделиться знаниями и опытом о своих программах, у нас осталось. У нас будет время сегодня для того, чтобы задать вопросы. Мы обязательно с вами пообщаемся. Я прошу вас активно использовать чат, потому что в рамках чата с вами смогут пообщаться прямо во время презентации наши коллеги. Они ответят на вопросы по образовательным курсам, скоординируют вас, какую программу выбрать. Вы, если будет необходимость, перейдут в личное общение. Коллеги Мария, Нина будут отвечать на ваши вопросы. С нами также моя коллега Ксения Зотова. Она является ведущим открытых образовательных программ в Центре дизайн мышления. Она также будет с вами на связи, поможет мне собирать ваши вопросы. Вопросы в чате вы можете оставлять в течение всего мероприятия, чтобы вам было комфортно. Как только возникает, так сразу же вы и спрашиваете. Но отвечать мы будем в специально отведенное время. У нас есть расписание для вашего удобства, и мы можем скоро с ним познакомиться, посмотреть его. Пока мы все-таки собираемся, да, как я вижу сейчас, пока мы все-таки собираемся. Я хотела бы, наверное, рассказать до того времени немного у меня есть о Центре дизайн мышления. Мы знакомимся. Вам интересно знать, что это за проект, если вы никогда у нас еще не были, если никогда еще не предоставлялась возможность вам посетить нас. Поэтому сейчас хочется провести вам виртуальную экскурсию. Конечно, сейчас мы собираемся в онлайн, и период, который наступил сейчас для многих непростой, помог нам перевести многие программы в онлайн, сделать их доступными для жителей других регионов, для коллег, которые не могли к нам приезжать. Раньше мы делали все программы живыми, предпочитая общение, атмосферу, коммуникации, передачи личной эмоциональной энергии, которая помогает проводить образовательные программы и приобретать знания. Сейчас мы все это делаем успешно в онлайн-формате. Я думаю, что многие уже к этому привыкли, кому было некомфортно. И мы будем представлять сейчас все программы Центра дизайн мышления, новые летние отраслевые школы, образовательные курсы, которые вы можете пройти в онлайне. Все они доступны в онлайн. Вот, ну что же, небольшая информация ценная. У нас есть канал в Facebook и в Instagram. В Instagram вы можете найти наши полезные материалы и анонсы программ по ссылочке DTC Moscow. Сохраните себе эту информацию. Она пригодится вам, если вы еще не подписаны на канал Instagram, чтобы получать полезные информационные материалы. Мы стараемся на наших лентах и в Фейсбуке, и в Инстаграме делиться канвасами, шаблонами, методами работы. То есть не только рекламировать наши курсы, а в большей степени рассказывать полезную информацию о том, кто и что приносит нам из практики своей отрасли, какие спикеры, с какими инструментами приходят. Поэтому быть подписанным на наши каналы – это значит быть в курсе современных методов разработки, проектирования новых продуктов и услуг. Это фотография прекрасного офлайна, когда был возможен доступ на мероприятие с одного из наших последних международных мероприятий, которое называется Design Thinking Camp. Мы провели три крупных события, которые проходили у нас ежегодно. К сожалению, в этом году мы не смогли провести это мероприятие в том формате, как нам хотелось бы. Собирая практиков со всего мира, те, кто влюблен в дизайн мышления, те, кто влюблен в клиентоцентричную, человекоцентричную разработку. И это фотография одного из последних мероприятий, который меня так вдохновляет. Мне кажется, что сейчас слушательница ждет какого-то подарка, да, чего-то такого приятного. И фотография эта тоже вдохновила нас на небольшой подарок. Мы предоставляем скидку 10% на курсы для всех участников мероприятия по промокоду Welcome 10. Скидка эта не суммируется с другими акциями, которые у нас действуют, но мне кажется, вам будет полезно знать, потому что вы пришли сюда послушать о программах, и мы хотели сделать вам что-то приятное. Особенно в эти непростые времена. Надо сказать, что мы довольно серьезно снизили цены в 2, а то и в 3 раза на наши образовательные услуги, чтобы нашей команде остаться вместе, не разойтись, сохранить свой достаток и интерес к работе в это непростое время.
И мы стараемся показывать очень высокие результаты, делиться большим опытом и экспертизой, делать так, чтобы и вам было комфортно, и вы не останавливались в своем развитии также. По этой скидке вас могут проконсультировать мои коллеги Мария и Нина, как я уже сказала, они с нами в чатике, поэтому вы можете беседовать с ними на эту тему, если вы уже знаете ту программу, которую вы предпочитаете, которая вам нравится. Пара слов о Центре дизайн мышления, раз уж я обещала рассказать. Еще раз представлюсь для тех, кто присоединился к нам. Меня зовут Мария Сташенко, я директор Центра дизайн мышления в Москве. Мы открылись в 2018 году. Это международный центр с участием зарубежных коллег. Основателем и инициатором его создания стала лаборатория Wonderful, которую я руковожу уже много лет, с 2004 года. Вот. И, конечно, все эти годы нашего опыта и 2 года работы центра принесли нам множество экспертизы, множество опыта. Наша основная задача, наша основная амбиция является делиться международным опытом здесь в России, делать так, чтобы практики в России могли получать образовательный опыт, знания, навыки как в корпоративной среде, так и на открытых образовательных программах, которые полностью ставят их на один уровень с специалистами из других стран, со специалистами из Стэнфорда, со специалистами из Стаффордшира, из других ведущих университетов, которые развивают человекоцентричную разработку и дизайн мышления. Под дизайн мышлением, конечно же, мы понимаем способ создания продуктов и услуг, ориентированных на человека, но и более широко это подход к деятельности, который помогает организовать деятельность работы продуктовой или сервисной команды по созданию нового решения, которое будет более человекоцентричным, более клиентоцентричным. Дизайн мышления стало очень популярным инструментом во многих странах, и нет границ применения этого метода в разных отраслях. Для нас это, конечно же, философия клиентоцентричности, на которую крепятся уже конкретные прикладные навыки для разных профессий и для разных областей знаний и опыта. Мы владеем, наверное, сейчас полным набором гибких методологий, которые необходимы для обучения продуктовым командам. Это весь инструментарий Agile, гибкого тестирования гипотез Lean, Jobs to be done, дизайн мышления, сервис-дизайн и другие. Безусловно, наша экспертиза, да, вдохновлена опытом практическим практиков из лаборатории Wonderful и других практиков из индустрии, студии, экспертов и компаний. В этом году мы как раз запустили отраслевые школы летние, которые представляют опыт и практику из 3 отраслей. Это ритейл, финтех и страхование. О них мы расскажем чуть-чуть поподробнее. У нас сейчас уже, вот я скажу, что не 40, а более 50 курсов и программ. Сообщество, которое у нас собирается больше, чем из 12 стран мира, у нас бывает, и более 2000 выпускников. Это наше прекрасное пространство, в которое мы сможем с вами вернуться после того, как мы станем выходить в офлайн, станем больше работать и больше встречаться. У нас появится такая возможность больше, чем сейчас. И мы будем набирать снова очные программы, на которых вы сможете бывать. Вас ждут и на онлайн-курсах, и в офлайне наши авторские инструменты. Это инструменты работы с трендами Play in the Future. Это инструменты быстрого прототипирования и бизнес-моделирования, такие как LEGO Serious Play. У нас есть такой прекрасный курс. Мы сегодня не будем его представлять, но он у нас есть. Посмотрите, пожалуйста, в расписании онлайн-курсов. Я думаю, мои коллеги смогут сейчас сбросить вам в чатик ссылочку на лендинг-страничку курса LEGO, раз уж он у нас появился. В нашем магазине вы можете сейчас купить бесконтактной доставкой и заказать себе доставку книг, специализированных по дизайн-мышлению. Мы вместе с издательствами делаем совместные программы, помогаем переводить книги, рекомендовать книги к переводу. И у нас есть прекрасный набор фасилитатора. Это инструменты и упражнения для проведения эффективной сессии по дизайн-мышлению. Набор тоже доступен для профессионалов этого метода, для тренеров, для фасилитаторов, для скрам-мастеров, тех, кто самостоятельно ведет сессии с использованием инструментов дизайн-мышления. Я бы
даже, знаете, так узко не говорила дизайн мышления. Здесь много инструментов, которые могут помочь, наверное, практику в любой области, если он организует мероприятия и ведет продуктовые команды по процессу. Вот мы собрали такой набор упражнений, там 71 карточка и фасилитационный канвас. Фасилитационный канвас, который поможет вам свою сессию спланировать вместе с этими карточками. Что сейчас в образовательных программах Центра дизайн мышления? Это широкий набор курсов, который доступен как в открытом формате, так и в корпоративном формате в рамках Академии клиентского опыта. Более 50 программ. По клиентоцентричности, по сервис-дизайну, по продуктовой разработке, конечно же, по дизайн-мышлению в разных отраслях. Я рекомендую ознакомиться с ними на сайте Центра дизайн-мышления. Академия клиентского опыта представлена довольно широко. Даже походить по расписанию, я думаю, вам будет интересно. Потому что само описание программ даст вам понимание того, как человекоцентричная разработка развивается сейчас, из чего она состоит, из каких компетенций, из каких компонентов. Поэтому даже изучение расписания самого даст вам очень хорошее представление о том, обзорное такое, да, что сейчас происходит, потому что мы ключевые дисциплины и навыки пытаемся собирать здесь. Мои коллеги тоже поделятся сейчас ссылочкой на Академию клиентского опыта. Мы сегодня поговорим о системе международной сертификации по дизайн-мышлению D-Standards. Эту программу мы создавали вместе с нашими коллегами из-за рубежа. Изначально ее создавали в школе дизайн-мышления, Стэнфордской школе дизайн-мышления D-School, конкретно в Потсдаме, Хассе-Платнер-институте, и по наследству она перешла нам. Сейчас мы владеем всем инструментарием этой международной программы, предоставляем сертификацию здесь. Ну и, конечно же, онлайн-курсы, с которыми вы сегодня познакомитесь. Безусловно, это международная конференция Design Thinking Camp, которая, надеюсь, состоится в следующем году. Корпоративные акселераторы и программы корпоративные, не только открытые курсы у нас. Мы заинтересованы в том, чтобы работать с компаниями, и в основном с компаниями-то и работаем. И корпоративные мероприятия, которые мы проводим по брифу заказчика, это дизайн-спринты, это акселераторы, как я уже сказала, которые помогают разным компаниям прокачать себя и свою команду с точки зрения продукта, с точки зрения клиента. Пройти по таким инструментам, как дизайн мышления, дизайн спринт, карты эмпатии, Customer Journey Map, различные инструменты сервис-дизайна. У нас учатся не только эти компании. Здесь оставлено место свободное на слайде. Мне кажется, это такой специальный ход сделал дизайнер, чтобы простимулировать нас подумать о том, кто еще у нас учился или кто еще будет учиться у нас. Это компании из самых разных индустрий. Это и фармацевтическая, сталелитейная промышленность. Безусловно, промышленность, которая ориентирована на конечного пользователя, отрасли — это ритейл-индустрия, это банкинг, это телекоммуникационная индустрия. Но так, наверное, у нас побывали и получились компании из самых разных отраслей. Не побоюсь сказать этого слова, из всех отраслей, которые у нас сейчас есть. Я надеюсь, что кто-то из вас представляет компании, которой нет сейчас на слайде. Вот можете тоже написать, это будет интересно. Какие же логотипы вскоре мы сможем себе добавить? Я шучу, это добрая шутка. Ну что же, пора перейти от рассказа о Центре дизайн мышления к расписанию дня открытых дверей. Мы постараемся придерживаться тайминга, чтобы вам было удобно включаться и выключаться, потому что не все программы, наверное, вам интересны. Смотрите, в расписание, которое пришло вам по рассылочке, я попрошу сейчас моих коллег расписание продублировать в чатик. Будьте добры, продублируйте, пожалуйста, расписание, чтобы можно было прямо в чатике сейчас смотреть, когда можно будет подключиться, а когда поделать свои дела. Ну что же, мы начинаем с рассказа о первой программе. Нет, не начинаем. Хочу представить сначала экспертов наших, которые у нас сегодня будут. Я вам уже кратко представилась. По совместительству с позицией директора Центра дизайн мышления, я также автор и куратор онлайн-курса «Корпоративная культура». Сегодня в рамках Дня открытых дверей мы послушаем также Андрея Скуратова, эксперта летней отраслевой школы «Иншуртек. Инновации в страховании». Андрей поделится с теми, кто заинтересован в участии в рамках этой отраслевой школы, трендами, которые сейчас в страховой индустрии двигают продуктовую разработку. Мы сегодня услышим мою коллегу и куратора летней отраслевой школы «Будущее ритейла» Юлию Дзынову. Юлия – эксперт в области фасилитации проектов и методологии дизайн-мышления и продюсер специальных проектов Центра дизайн-мышления.
И сегодня с нами будет наш яркий спикер и куратор нового курса, который открылся у нас вот буквально в период самоизоляции, онлайн-курс «Эмоциональный интеллект. Метанавык 21-го столетия». Марина Трошкина, она начальник отдела обучения персонала «Ренессанс Кредит», замечательный эксперт и, прямо скажу, фанат этого направления. Мы очень давно думали и хотели, чтобы у нас появился такой курс, потому что в центре дизайн мышления, безусловно, как часть креативного интеллекта, эмоциональный интеллект, или как сосед креативного интеллекта, да, эмоциональный интеллект, безусловно, является очень важной составляющей процесса совместной деятельности. И вот курс Марины, он как раз будет о том, как настроиться на эффективную, спокойную совместную деятельность, как управлять своими и чужими эмоциями и как развивать в себе эмоциональный интеллект, такой важный, действительно, метанавык 21-го столетия. Ну что же, прекрасно, все спикеры представлены. Вот еще разочек наше расписание. Оно вам будет доступно сейчас в чатике, как мы двигаемся. Сначала мы поговорим про программу D-Standards, потом расскажем про школу InsurTech, отраслевая школа в области разработки инноваций в страховых продуктах и услугах. Дальше нас ждет рассказ о трансформации FinTech, продукты и платформы, а также будущее ритейла, эмоциональный интеллект, корпоративная культура. И последний курс, который я сегодня представлю, будет называться «Дизайн спринт. Основы метода». Дождитесь или подключитесь к нам в конце мероприятия, если вы будете отдыхать, потому что это новый курс, он начнется у нас осенью, в октябре. «Дизайн спринт» — это курс, который создан по модели проведение продуктовых спринтов Google Ventures, которая разработана, и по итогам этого курса вы сможете получить сертификат спринтмастера. Если вы ведете тренерскую или фасилитационную работу, такой сертификат, безусловно, вам понадобится. Но это будет в конце сегодняшнего мероприятия. Дождитесь. Как я уже сказала, мы перевели наши курсы в онлайн. Работа в онлайн-формате устроена с помощью платформ Zoom, платформы интерактивных досок для совместной работы Miro и образовательная платформа GetCourse. Те из вас, кто знаком с этой платформой, знают, что у нее довольно простой интерфейс. Для коллег, которые не знакомы с досками Miro, мы проводим небольшой инструктаж, у нас есть специальная инструкция, как работать в интерактивных досках и выполнять задания. Эти три модуля встретятся вам во всех программах, поэтому я сейчас говорю о них в самом начале. Собственно, на этих платформах мы будем организовывать все мероприятия. Ну и, конечно же, регулярная поддержка и обратная связь ментора в чате на протяжении всего дизайн-спринта и координатора онлайн-курса. У нас замечательная команда. Все, приступаю к презентации программы D-Standards. Это программа международной сертификации тренеров, фасилитаторов в сфере дизайн-мышления. В этом непростом году, когда мир столкнулся с пандемией, мы представляем впервые онлайн-программу для уровня тренер. Это новый гибридный формат, в котором большая часть курса пройдет в онлайн. И только последний блок по фасилитации, где вам нужно будет освоить инструменты управления командной работой, пройдет у нас на площадке Центра дизайн-мышления. Это будут 2 дня в зимний месяц, я полагаю, что в декабре, числа до 15 декабря, до новогодних праздников, мы с вами соберемся на один из уикендов для того, чтобы провести офлайн-модуль по фасилитации. До этого момента, с сентября по декабрь, мы будем учиться онлайн. Старт программы сертификационной для тренеров намечен на 26 сентября. Это 3 модуля и 3 месяца обучения. Стоимость этой программы 94 тысячи рублей. Хочу вам сказать, что так как это международная программа, и она требовала раньше прилета, пребывания зарубежных спикеров, а также согласования различных организационных моментов, связанных с поддержкой международного сертификата, стоимость программы была очень высокой, она была фактически в 3 раза, не фактически, а точно, в 3 раза дороже. Сейчас, благодаря наступлению онлайн, мы смогли сделать цену более дружелюбной, обновить состав программы, что меня тоже очень радует как методолога и, как сказать, фаворита, да, я очень люблю вот эту программу сертификационную. Вот, сделать для тех, кто хотел бы получить знания и практику в области дизайн-мышления как тренер, как фасилитатор, этот продукт более доступен, эта программа более доступна. При этом мы сохраняем международное участие экспертов, у нас будут лекции в записи, которые проходили
на прошлых курсах. А также у нас, конечно, будут вебинары с зарубежными российскими экспертами, которые будут делиться своим опытом в области интеграции и применения дизайн-мышления. И снова прекрасные фотографии с одного из выпусков D-Standards. Это тренеры, которые сейчас уже практикуют в разных компаниях. С 2018 года, когда открылся и Центр дизайн-мышления, и запустилась сертификационная программа D-Standards на российских просторах, у нас уже прошло 5 выпусков. 5 курсов, включая 2 корпоративных для крупных российских компаний. Не только открытые у нас могут обучиться практики и тренеры, когда были офлайн-программы, но мы делали их специально закрытыми, эти курсы, и выдавали сертификацию для компаний российских. Более 100 студентов выпустилось у нас за это время. Это топ-менеджеры, генеральные директора, владельцы, основатели, HR-партнеры, тренеры и коучи, продакт-менеджеры, руководители корпоративных университетов и многие другие. Я могу сказать, что большинство из них лидеры, те, кто учится на этой программе. Это представители таких компаний, как консультационные бренды KPMG и Accenture, банков Тинькофф и Альфа-банк, ритейл лидера, одного из ритейл мировых лидеров, Леруа Мерлен. Мы делали для этой компании как раз закрытую корпоративную программу в том числе. Новолипецкий металлургический комбинат, Дальневосточный федеральный университет у нас учился. Представляете, коллеги прилетали к нам из Дальнего Востока, когда нужно было прилетать. А сейчас вам не нужно прилетать. Даже если вы живете на Дальнем Востоке, вы можете присоединиться к нам онлайн. Ингострах, Росбанк, Газпромбанк и многие другие компании, которые представители компаний, которые учились у нас и принесли экспертизу в свою практику. А в рамках курса мы выполняем только практические задания. Соответственно, и вам тоже на курсе этого года с сентября по декабрь нужно будет работать над практическим проектом. Это конкретные учебные кейсы от реальных заказчиков. Нам давали свои задачи такие компании, как IKEA, такие как X5 Retail Group, застройщик А101 и многие другие, Циан в том числе. Мы работали над задачами улучшения клиентского опыта в области продуктовой стратегии, в области сервисного развития, разработки дистанционных курсов, проектной деятельности. В общем, довольно широкий спектр у нас был задач. И здесь на курсе тренер формата онлайн, который у нас будет в этом году, вас также ждут практические задания. Сейчас мы выбираем, что за компании дадут нам свои кейсы. Мы их отбираем, мы согласуем, и чуть-чуть попозже, уже перед стартом курса, когда у нас набирается группа, мы анонсируем эти брифы, над которыми придется работать и которые придется защищать участникам курса. Система D-Standard сама по себе выглядит таким образом. В ней 3 базовых уровня. Это уровень практик. Сейчас вам доступен уровень практик онлайн. Курс, который тоже скоро у нас начинается онлайн. Я попрошу коллег моих сбросить сейчас ссылочку на курс практик онлайн. Сертификат, который вы получаете, пройдя онлайн-курс из 6 уроков записанных, с трекингом, сопровождением, и вы смотрите их записи тогда, когда вам удобно, и потом проходит небольшое тестирование сертификационное. Курс стоит 14 900 рублей, если не ошибаюсь, для одного участника. Очень, очень лояльная цена, на мой взгляд. Вот, и вы можете получить уже, начинать свое путешествие по системе международной сертификации D-Standards. Второй уровень сертификационной системы – это уровень тренер. И когда мы говорим с вами как раз об уровне тренер, уровень C1 вот этот вот, мы говорим с вами как раз о том, что именно на этот сертификат вы можете претендовать, окончив наш курс, который стартует в сентябре, идет до декабря. Сертификационный уровень C1, Coach One, да, по-английски, который вы можете пройти в гибридном онлайн плюс офлайн формате. Ну и третий такой уровень системы, когда мы сертифицируем компании или сертифицируем курсы, вот это когда компания хочет внедрить в ДНК своей работы дизайн мышления и сделать это правильно, запустить правильные инициативы, открыть у себя лабораторию по определенной схеме, по определенному сценарию и сертифицировать группу первых специалистов, практиков, которые будут внутри компании развивать дизайн мышления и клиентоцентричную разработку дальше. Напомню, что сегодня мы говорим о сертификате и о курсе уровня тренер.
уровень S1, который проходит в гибридном формате онлайн плюс офлайн. Вот такой прекрасный сертификат вас ждет по окончанию курса. Тренер в этой спецификации, в этого уровня, обладает базовыми компетенциями в управлении проектным процессом, адаптирует процесс к контексту, хорошо знает инструменты дизайн-мышления, может импровизировать в процессе проведения программы и ведения команды по процессу. Тренер может разрабатывать аутентичные свои собственные программные решения на основе пройденных инструментов, может вести команду по процессу дизайн-мышления в практических проектах и передавать знания о методе. Учебные модули этого курса три. Эмпатия и человекоориентированное проектирование, в рамках которого мы с вами осваиваем дизайн мышления, работаем с брифом, проходим этапы эмпатии и фокусировки. Второй модуль программы – это дизайн мышления для продуктов и сервисов. Мы изучаем методологии продуктового и сервисного управления, продукт менеджмент и сервис дизайн. Изучаем связь дизайн мышления и всех гибких методологий, которые есть сейчас, таких как Agile или Lean Startup. Проходим в рамках модуля такой блок, как оценка жизнеспособности продукта. Изучаем продуктовые метрики, основы бизнес-моделирования. Безусловно, тренер в дизайн-мышлении, да и любой другой методологии или фасилитатор, который ведет команду, должен хорошо знать, по какому процессу деятельности и с какой методологией эта команда движется. Третий модуль – это дизайн-мышление для организационного развития, особенности фасилитации. Как раз вот третий модуль в практике нам понадобится пройти в офлайне. Мы попросим вас к нам приехать, как я уже сказала, в один из декабрьских уикендов. Этот модуль будет наполнен знаниями и навыками о цифровой трансформации организации, о форсайтах проведения воркшопа по фасилитации. В практикуме студенты выступят в роли ведущих и фасилитаторов реального воркшопа. Мы дадим вам задание, и вы будете вести работу в этой области. У нас также предполагаются личные консультации по проекту. Безусловно, здесь мы вас ведем, мы вам помогаем это в свои тренерские компетенции, контур дизайн-мышления ввести. Надо сказать, что дизайн-мышление – это такая глубоко человекоориентированная практика, очень эмпатичная, направленная на то, чтобы слушать, ценностной базой которой является желание принести пользу другому человеку. И вот этот вот ценностный фундамент мы как раз в Центре дизайн-мышления в основном тренерам-то и пытаемся передать. Хочу также отметить для тех, кто слушает сейчас и интересуется этой программой, что дизайн-мышление относится не к тренерским инструментам и методологиям, а к фасилитационным. Здесь мы учим тренеров не натренировывать навык, не двигаться по заранее закрепленному скрипту или жестко организованной программе, а мы помогаем тренеру относиться к своей команде, к своей группе как фасилитатор, как помощник, который подносит в разные моменты разные инструменты, и команда может отказаться от этих инструментов. Дизайн мышления очень гибкая, очень мягкая методология, в меньшей степени модерационная и тренирующая, и в большей степени оспособляющая и фасилитирующая. Вот таким мягким навыком мы как раз и будем с вами учиться. Мы будем передавать вам не только ценности, но и инструменты работы в рамках методологии и в канве методологии дизайн-мышления. Что будет в 2020 году? Пройдемся чуть-чуть внимательнее по организационным моментам. Первое. Нас с вами ждет гибридный формат. Напомню, что мы начинаем 26 сентября. Модуль 1 и 2 пройдут полностью в онлайн-формате. А третий модуль, посвященный фасилитации, пройдет очно в Центре дизайн-мышления. Мы сохраняем международный состав преподавателей, приглашаем экспертов из Германии, Португалии и Бразилии. За время обучения вы реализуете проект по методологии дизайн-мышления от исследования до прототипа. Вас ждет интенсивная программа. Мне кажется, что в онлайне и наша работа с вами, и обучение стало более динамичным. Кажется, что стало больше работы, больше обучения. Я очень надеюсь, что такая интенсивная образовательная среда почувствуется и встретится вам и в нашей образовательной программе. В конце образовательного курса студенты сдают онлайн-тест и защищают свой проект. В этом году, как я уже сказала, у нас действует
специальные условия, и у студентов есть прекрасный шанс пройти тренерский курс впервые в формате онлайн. Хотя на кусочек всего лишь на один уикенд вам нужно будет приехать вживую в Москву в Центр дизайн мышления. Если вы находитесь в другом регионе, мы думаем и поможем вам экологично спланировать ваше путешествие, для того, чтобы вы не были у нас несколько модулей, а побывали только один раз. Один модуль, один уикенд в Москве. До этого момента тренерскую программу фасилитационную можно было получить и пройти только в офлайне, к сожалению. Я напоминаю, что для всех, кто смотрит и слушает День открытых дверей, наше сегодняшнее мероприятие посещает, у нас есть скидка 10% на курсы. Промокод WELCOME10. Этот промокод вам нужно ввести в регистрационную форму программы, которая вас заинтересовала, для того, чтобы с вами связались и учли этот промокод, ваше участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Ну что же, пришло время перейти к следующему курсу. Мы стараемся быть в тайминге. И этот следующий курс – это курс страхования, отраслевая школа InsurTech, инновации в страховании. Интенсивный практикум по инновациям в области разработки новых продуктов и услуг с глубоким погружением в специфику рынка страхования. Как я уже сказала, мы в этом году запустили 3 отраслевых школы. Обширные образовательные программы, посвященные развитию различных компетенций, безусловно, хороши, но еще более полезны программы, которые имеют внутри отраслевую специфику, отраслевое ДНК. И вот мы начинаем с первой программы, с таким отраслевым ДНК, которая исторически у нас появилась первая. Расписание этой программы было первым, которое мы создали весной этого года. Это программа инноваций и страховых технологий. Называется она InsurTech. Интенсивный практикум по инновациям в области разработки новых продуктов и услуг. Партнером школы являются наши коллеги Фастуна, которые разработали цифровое решение по количественной верификации и тестированию гипотез. Курс начинается с 20 по 25 июля. В рамках курса вас ждут 4 модуля и 6 дней интенсивного обучения. Если программа Distenders, про которую я сейчас рассказывала, была ориентирована на то, чтобы учиться у нас в формате онлайн 3 месяца, то InsurTech – это летняя отраслевая школа. Короткая. Она занимает 1 неделю. И в рамках этой школы мы работаем с кейсами из страхового рынка, из страховой индустрии специально по развитию новых продуктов и сервисов. Стоимость этой школы – 35 тысяч рублей. Мы ориентированы на то, чтобы собрать всех причастных к страховому рынку. У нас прекрасные партнеры, про которых вы узнаете чуть дальше. Кому будет полезна эта программа? Эта программа будет полезна передовым практикам и инноваторам в страховых компаниях, которые создают или улучшают продукты и услуги не только для юридических лиц, но и для физических. Те из вас, кто в страховании, наверняка знают о том, что продуктовая разработка сейчас в этом рынке разбивается на 2 направления. Это B2B и B2C продукты. Поэтому здесь мы затронем и тот, и другой блок разработки и трендов. Ну и, конечно же, мы стремимся объединить всех продуктологов, дизайнеров, разработчиков коммерческих продуктов, продуктов для физических, юридических лиц, как схемотехники самого продукта, так и цифровых стратегий продуктов, для того, чтобы вы были в курсе всех мировых трендов и смогли ответить на вызовы развития страховой индустрии сейчас. Кто вас ждет в рамках этой летней отраслевой школы? Вас ждут спикеры из таких известных компаний в области страхового рынка, которые сейчас очень активно интересуются и внедряют инновации, как Ингустрах, Альфа-страхование, BNP Paribas, Маффин. Вас ждут также зарубежные специалисты. У нас будут представители и спикеры из других стран. Это представители и спикеры стартапа ОКО и Раса Future Fund. Стартап-предприниматели в области страховых технологий, которые развивают инновационные технологические решения в других странах. Буквально вот на острие цифровых технологий сейчас. Интереснейшая школа, я сама жду ее с нетерпением. У нас будет 4 модуля. Это изучение клиентского опыта, разработка новых продуктов и услуг в страховой индустрии, исследование мировых трендов и, конечно же, блок InsurTech инноваций, в рамках которых студенты сами попробуют эти инновации создать. На каждую из отраслевых школ мы планируем взять бриф. Если сейчас среди нас есть слушатели, которые представляют страховую компанию,
и у вас есть идея о том, чтобы дать студентам школы бриф, или пригласить учиться у нас студентов в вашей компании, потому что такие отраслевые школы, это, конечно, большая редкость сейчас, особенно когда их стараются качественно сделать. И особенно связанная с индустрией страхования. Мы будем рады видеть вас и ваших коллег в числе студентов, а также будем рады взять от вас бриф. Если у вас такое задание на бриф для нас есть, пожалуйста, присылайте его нам. Модули школы. Если посмотрим чуть-чуть вглубь, мы пройдем и познакомимся с вами с инструментами изучения клиентского опыта. Представим кейсы построения клиентоцентричного сервиса в компаниях страховых международного уровня. Мы с вами поработаем в области разработки новых продуктов и услуг, познакомимся с методами продуктовой и сервисной разработки, которые сейчас применяют при создании клиентоориентированных решений. В третьей части программы мы познакомимся с вами с мировыми трендами. Разработка иншуртек-инноваций, ну не только, наверное, даже в страховании, но и в других индустриях, сейчас, безусловно, связана с тем, чтобы следовать мировому тренду. Особенно в этот непростой промежуток времени, когда все задаются вопросом, какие индустрии уйдут, какие изменятся, что нас ждет в будущем, как эпоха пандемии повлияет на потребности наших пользователей. И, конечно же, это блок иншуртек инноваций, в рамках которого мы будем практиковаться. Фактически все 6 дней летней отраслевой школы мы будем находиться с вами в режиме практики. Мы будем с вами практиковать. Кто нас ждет? Совсем скоро я предоставлю слово, буквально через 3 минуты, Андрею Скуратову, руководителю корпоративного университета «Ингострах». Андрей наш выпускник, он сертифицированный тренер по дизайн-мышлению системы D-Standards и практик цифровой разработки. Нас с вами в рамках отраслевой школы ждут зарубежные спикеры. Это Ханес Чопра, он представляет венчурный фонд в InsurTech, партнер Mozart Associates, отвечает за развитие лидерских компетенций. И один из сооснователей Сбербанк страхования, первый руководитель Сбербанк страхования здесь, в России, какое-то время Ханес работал. Сейчас он международный эксперт. Саймон Шволь как раз представляет стартап ОКО, предприниматель, эксперт по микрострахованию. Он консультант по менеджменту, работает на 2 дома, это Лондон и Дубай, региональный менеджер по микрострахованию. Саймон будет рассказывать об очень интересном сервисе БИМа, который развивается и тестируется сейчас в Папуа-Новой Гвинеи. С нами будет Дарья Зоткина, лидер в области развития инноваций в страховой компании BNP Paribas Cardif. Дарья – адепт дизайн-мышления, занимается поиском внедрением инновационных решений в бизнес-процессы компании и поделится опытом развития инноваций в такой традиционной и пока еще отстающей от общего темпа внедрения цифровых технологий индустрии, как страховая индустрия. В рамках школы НАКС также встретит Ирина Королева, исполнительный директор по развитию сегментных продаж розничного блока Сбербанк. Долгое время Ирина работала в Ингострахе и до этого работала в телекоммуникационных компаниях. У нее большой опыт в области развития и построения систем сбора и анализа и утилизации обратной связи клиентской. То есть она много-много лет работает с клиентским опытом. Исследовательской экспертизой и опытом проведения анализа аудитории поделится с нами Мария Тарасова, руководитель направления маркетинговых исследований стартапа Muffin, тоже в области страховых технологий, стартап, который запустили Абсолют страхования. И у нас будет руководитель направления в Сбербанк страхования, это Татьяна Радостева, дивизион защитные страховые продукты и сервисы. Татьяна является владельцем продукта по страхованию жилья физических лиц в массовом, премиальном и VIP-клиентских сегментах. Опыт в страховании более 8 лет. Мы когда говорили с экспертами школы и приглашали их, они говорили: «Господи, как хорошо появилась образовательная школа, направление, которое связано именно с нашим рынком». Потому что мы понимаем, что развитие продуктов и услуг цифровых в банковском секторе, в других секторах, в ритейле, похоже, но немножечко другое. Как хорошо, что можно будет поделиться опытом, пригласить своих коллег из компании поучиться на этой школе, младших коллег, которым нужно передавать этот опыт, и услышать, что говорят другие коллеги.
Вот, ссылочку на школы тоже можно поделиться сейчас в чатике, хотя наверняка мои коллеги уже бросили. Я на всякий случай проговариваю этот момент. Вот, сейчас пришло время дать слово Андрею Скуратову. Я перейду в режим демонстрации, выключу сейчас режим демонстрации экрана своего. Мне очень хочется сейчас запустить демонстрацию экрана Андрея. Паш, да, привет. А ты будешь, да, запускать? А, прекрасно, ты можешь запустить, пожалуйста. Я могу запустить. Да, пожалуйста. Честно скажу, что я с Zoom не настолько близко сейчас знаком. Хорошо, тогда я запускаю. Сейчас я вижу, что Андрей с нами. Я могу запустить, да? Да. Угу. Ага, есть. Да, сейчас я открою прям полный экран, чтобы у нас все было хорошо видно. Все, пожалуйста, Андрей, руководи мной, я буду... Ну, можно на предыдущий слайд, на самый первый. Да, коллеги, добрый вечер, спасибо за внимание. Ну, Мария очень много уже рассказала интересного про страхование. Я сам в страховании, ну, по меркам и рамкам рынка новичок, всего лишь второй год в компании страховой работаю. Экспертом считается человек с 40-летним опытом, просто чтобы вы понимали. А более-менее начинают люди разбираться в страховании где-то от 10 лет. Поэтому, ну, такой достаточно сложный, наверное, для встряхивания и инноваций рынок и сегмент. Но, тем не менее, сейчас действительно происходят, ну, такие масштабные изменения, о которых мы как раз поговорим достаточно коротко. У нас в компании сейчас как раз идет процесс трансформации, цифровой трансформации. У нас появилось подразделение онлайн-бизнеса, которое будет в себя собирать все процессы, все продукты и каналы, связанные с онлайном. Оно в активной стадии формирования. Там есть уже там определенная стратегия. И, ну, я немножко расскажу, что у нас происходит. Мне кажется, плюс-минус это там похоже на то, что происходит на рынке. Ну, понятно, что есть компании, которые там далеко ушли, делают свои стартапы и так далее. Но в целом все равно ситуация на рынке, она достаточно, ну, как бы типичная, потому что основные каналы – это не онлайн, это офлайн каналы, это агенты, это партнеры, дилеры, банки и так далее. То есть основные продажи и взаимодействие с клиентом происходит именно в этих каналах. Но сейчас как бы парадигма меняется, все это начали понимать. Можно следующий слайд? Ну да, это я, можно дальше, да. Собственно, как водится, как в России, так и при трансформации всегда обычно две проблемы. Это люди, которые, ну, давно в компании, которые к чему-то привыкли и не очень хотят меняться, ну и там те процессы, которые они создали, и которыми они живут и не представляют, что может быть по-другому. Фактически с этим, наверное, сталкивается любая компания, неважно из какой отрасли. Но проблемы всегда две, да, нужно менять процессы и менять подходы к бизнесу, подходы к мышлению у людей. И то достаточно сложно, ну, особенно мышление поменять. Но основная, наверное, там ошибка большинства компаний то, что они начинают всегда с процессов. Потому что они думают, что сейчас процессы мы быстро пофиксим, починим. Но обычно это вливается в то, что... Ну, как бы процесс сверху немножко сделали красивым, да, там фронт-энд ему красивый сделали, но внутри остается все то же самое, и самое главное изменение должно произойти в людях. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, собственно, организация будет всегда очень сильно сопротивляться изменениям, тем более организация, которая годами работала по написанным регламентам, которая... в котором много сотрудников достаточно долго работают в компании, и у них естественного желания меняться нет. То есть у них, ну, как бы
ну, происходит день ото дня одно и то же, взгляд несколько замыливается, и их достаточно сложно встряхнуть. Нету готового рецепта, как их прям вот взять и встряхнуть, да, вот есть много методологий, методик, как там поменять корпоративную культуру, там Мария тоже говорила, что будет программа на эту тему, очень интересно как раз будет ознакомиться с ней. Но готовых рецептов нет, потому что каждая компания, она отличается от другой, как бы это банально не звучало. Потому что, ну, вот люди внутри компании отличаются от других людей. И здесь очень важно каждой компании, каждой организации выработать именно свой какой-то подход, свой взгляд на трансформацию и свой путь. Потому что, ну, универсального не бывает. Он у всех будет свой. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот примеры успешных цифровых трансформаций. Да, здесь, собственно, компании выделяли успехи в отдельные просто сегменты. Они отдельно их считали, сколько им принесли цифровые продукты, насколько действительно это работает у них. Да, здесь много компаний, да, вот здесь примеры есть. Там, ну, Netflix, понятно, что максимально цифровая компания. Понятно, что там Siemens или там достаточно, или там Schneider достаточно тяжело переходить, потому что это, ну, более классическое производство. Но, тем не менее, это примеры успешных трансформаций, да, они вот компании считали отдельно по цифровым как раз своим направлениям ту выручку, ту прибыль, которую они принесли. Если посмотреть на следующий слайд, то можно сказать, что есть и неуспешные примеры трансформации, да, то есть бывает разный опыт, не, да, оставить, да, можно оставить это. Вот, например, да, здесь можно сказать, что там у Nike был в 2014 году, ну, они сократили бюджет на финансирование трекера активности, этот Nike Fuel Band. У Procter & Gamble тоже были планы стать самой цифровой компанией в мире в 2012 году, но не получилось, и они сократили свой бюджет. Барбери, Форд, ну, то есть кучу можно назвать компаний, которые заявляли своей целью стать цифровыми, но что-то пошло не так, да, то есть есть пример, если там вспомнить предыдущий слайд, это успешные, что-то получилось как-то, мы не знаем как, нужно исследовать. И есть пример, когда не получается, да, то есть это не значит, что компании остановились, что они полностью забили на цифровую трансформацию, но тем не менее, нужно понимать, что когда вы встаете на путь цифровой трансформации, в принципе, любой трансформации, нужно быть готовым к неудаче и к неуспеху. То есть это такой поход, который не означает, что у вас все будет классно, да, через там, 2-3 года, сколько времени это будет занимать. Будет очень много сложностей, и в первую очередь они связаны, конечно, с установками внутри людей. И плюс еще есть очень сильное, ну, особенно у компаний, которые давно существуют, ну, там, Ингосстрах как раз одна из таких компаний, ну, там, больше 70 лет существуем уже на рынке, у компании есть большое, так называемое, legacy, да, то есть это как и в IT, это в знаниях накопленных и так далее. И это legacy очень сложно взять и куда-то, ну, там, похоронить, убрать, перестать, как бы, на него обращать внимание. Вот, и если говорить про конкретику, вот именно про там изменение культуры и сопротивление, то здесь можно выделить, наверное, несколько подразделений, которые традиционно сопротивляются всему. Это, ну, это кадры, это HR, он, ну, как бы классический всегда, да, то есть это там целое исследование было на эту тему. Потому что, ну, как бы, вот, цифровые электронные книжки в России только сейчас начали внедрять, хотя там много где они уже давно внедрены. Это финансы, потому что финансистам тоже достаточно сложно понять, зачем эти все затраты нужны на инновации, зачем рисковать в каких-то проектах, как можно вообще проекты открывать, в которых нет гарантированного финансового результата. Для них это, ну, достаточно сложно принять, но с этим тоже можно работать. И самое главное, сопротивление идет
внутри бизнес-блоков, ну, и у топ-менеджеров, которые не привыкли к прозрачности, потому что цифровизация всего означает прозрачность, то есть вы можете видеть большое количество данных, цифр, оцифрованных метрик по разным процессам. Не все хотят показывать и боятся, что что-то потом с ними из-за этого случится, но как бы это реальность. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, тем не менее, да, ну, как бы компании не хотели не делать цифровую трансформацию, она так или иначе к ним уже пришла, потому что, во-первых, есть большое количество данных, с которыми, ну, мы все сталкиваемся, там и наши смартфоны, и трекеры на сайтах, и так далее, вот Zoom нас записывает. То есть мы не можем не обращать внимание на то, что эти данные у нас есть, и ими не пользоваться. Также, ну, там интернет вещей, да, тоже это то, что будет генерить большое количество данных. Связь стандарта 5G, как бы ее не обвиняли в чипировании кого-то там неверующего, но она придет и породит просто гигантский объем данных, на основе которого можно будет делать с помощью, ну, аналитических инструментов очень интересные модели. Вот следующий слайд. Здесь также можно отметить то, что вот сейчас даже агенты и партнеры наши заметили этот тренд, то, что клиенты хотят взаимодействовать, ну, очень быстро и напрямую, то есть им посредники не очень интересны. Понятно, что, ну, там есть там сегмент клиентов, которым в любом случае нужен посредник, но количество таких клиентов, оно будет с каждым годом сокращаться, потому что, ну, проще купить там себе страховку, я не знаю, где-нибудь в Фейсбуке, в Твиттере, я не знаю, в Инстаграме, чем куда-то приезжать, что-то заполнять, ну, в общем, или там, опять же, заявление на урегулирование тоже подать проще гораздо в онлайне, чем куда-то ехать. Ну, то есть это уже норма. Ну, тем более с учетом текущей ситуации и пандемии, которая сейчас у нас есть. То есть мы так или иначе как бы все это уже попробовали, и просто так и взять и отказаться, сказать, что нет, ребят, ну, типа, вот мы так поработали полгодика, а больше не будем, ну, так не получится. Клиенты тоже уже привыкли к определенным вещам. Следующий слайд. Ну, и, собственно, если говорить про аналитику, то есть куча примеров того, как это влияет на там тариф, на покрытие, на, собственно, на работу с клиентом. Ну, там в США, например, все коммерческие грузовики должны быть оснащены электронными определенными устройствами, которые синхронизируются с двигателем транспортного средства и записывают автоматически время вождения. То есть фактически, ну, настолько все становится прозрачным, сколько там грузовик пробыл в дороге, где он был и так далее, настолько все становится прозрачным, и минимальные случаи мошенничества могут быть допустимыми, что это колоссальное влияние окажет на рынок. И это, ну, процесс, он займет, наверное, еще там 3-5 лет, но через 5 лет это будет абсолютно другая отрасль, абсолютно другие правила. Следующий слайд. То же самое про вот так, новые модели спроса, да, то есть фактически все, как сказать, все, ну, как я уже говорил, хотят уйти в онлайн и перейти к каким-то, ну, другим предложениям, то есть либо совместной покупки, либо краткосрочных каких-то видов страхования. И здесь, ну, вот этот вот гибрид расчет риска, гибрид спроса, который может возникнуть, да, там, например, в области ДМС, это еще один там крупнейший рынок, может, ну, действительно, ну, сильный новый вклад внести в те продукты, которые, которых нет еще даже на рынке, да, то есть это может быть гибрид каких-то датчиков и информации о клиенте с долгосрочными планами по страхованию. Следующий слайд.
Ну и, собственно, самое главное, ну, в целом, как бы созвучно тому, что Маша рассказывала, самое главное — это не просто взять вот все те данные, о которых я говорил, а самое главное — это понимать потребности клиентов и их удовлетворять. И даже если у клиента этой потребности, ну, как он думает, нет, ее нужно ему... Ну, не то, что прям продать, но ему нужно показать, какое удобство будет нести та услуга, тот сервис, тот продукт, который компания будет делать для клиента. Потому что самое важное для клиента — это чтобы, ну, ему было все удобно, было все быстро, и он ни о чем не думал. И это нас подводит, собственно, к следующему тезису, что... Это следующий слайд, что у нас... Фактически глобальная цель для всех страховых компаний – это обеспечить непрерывность жизнедеятельности, обеспечить непрерывность бизнеса. Ну, то есть, как пример, да, ну, я не знаю, там кто-то попадал в аварию или нет, но прям вам делают выплату по ОСАГО, и как бы, и что вам с этим делать? Ну, не очень понятно, да, то есть гораздо удобнее, когда вы купили продукт, который, с которым не нужно дальше, ну, не нужно им дальше заниматься. То есть вы купили, например, там, страховку на машину, у вас что-то случилось, не дай бог, но вы получили потом опять транспортное средство, которое вам нужно. Да? То есть самое главное — это вот именно процедура непрерывности, что у вас, что бы ни произошло, ваш бизнес не остановился, ваш привычный стиль жизни не изменился. То есть в этом суть всех будущих продуктов страхования и взаимодействия с клиентами. Это те изменения, которые уже сейчас происходят и будут доминировать в дальнейшем. Ну и, собственно, во главе всего этого, естественно, стоит клиент и клиентоцентричность, а дизайн мышления – это, ну, самый очевидный метод для удовлетворения потребностей клиентов и постановки клиента в центр. Наверное, вот из таких основных тезисов, что я хотел сказать, все. Вот, если есть вопросы, готов ответить. Не знаю, есть ли в чатике вопросы, вот, но точно сейчас у нас время для того, чтобы поотвечать на вопросы. Я сейчас загляну в чатик, оставлю, наверное, выйду сейчас из презентации, да, Андрей. Закрыть, да. Да, я сейчас выйду из презентации и... Мы вернемся к презентации нашей основной. В общем, тут, наверное, надо сказать еще, что много, ну, вот этих тем, про которые я рассказал, будут в школе летней освещены. И это, я считаю, уникальный проект, потому что, ну, на рынке обучения такое редко встретишь. Это именно сплав практики с, ну, некими такими фундаментальными вещами, которые происходят прямо сейчас в бизнесе, да, то есть это то, что реально прямо сейчас происходит. И уже есть программа обучения этому. Просто, на мой взгляд, это, ну, это большой плюс, потому что, ну, обычно бывает так, что уже все произошло, или там уже там основные пионеры все поделали, и потом появляются какие-то курсы обучения. Вот сейчас это не так. Сейчас уже параллельно практически. Вот, я, наверное, остановлюсь, иначе я буду продолжать вас нахваливать. Спасибо, Андрей, за большое. Это платите, а это не так. За небольшую рекламу спасибо, спасибо тебе большое. Да, я думаю, что мы в этом году делаем хороший первый шаг со школой и будем продолжать, потому что отраслевые события, мероприятия, они не заканчиваются одномоментно в один год. Мы будем собирать сообщество, продолжать в этой индустрии. Mm-hmm. Мне лично очень интересен страховой рынок и то, как развиваются сейчас продукты и сервисы. И вот сейчас пришла обратная связь. Андрей, очень интересно, как вы проводили организационную трансформацию. Лично для меня очень горячая тема. Вот. Пару слов, может быть, присоединишься, Андрей, скажешь, как оно? Да, там? Я скажу. Но, собственно, мы в процессе, прям в эпицентре организационной трансформации прямо сейчас, потому что у нас в ноябре поменялся генеральный директор, и мы фактически сейчас вот прям в эпицентре. Как я говорю, но основное — это люди, то есть фактически нужно понять, с кем вы будете это делать. И там для топ-менеджера это, ну, действительно большой вызов, потому что
очень сложно, ну, грубо говоря, да, вот хочет там акционер увеличить маржу в два раза, например. Ну, ему это интересно, потому что он деньги таким образом получит. А вот топ-менеджеру-то это зачем? У него и так все хорошо. У него как бы процесс построен, люди работают, процессы идут. Да, там надо что-то подфайнтюнить, поднастроить. Но в целом как бы и так нормально же, да, и так жили. Вот какую цель здесь каждый топ-менеджер будет в своем блоке, в своей области преследовать, не очень понятно. И здесь очень важный момент как раз вот это сделать смычку личной мотивации. Ну, я не имею в виду сейчас денежную, потому что там речь идет скорее про некую уже не материальную мотивацию, как ни странно, несмотря на все там большие бонусы, которые топ-менеджмент получает. Здесь идет речь о как бы о тебе персонально, зачем вот это. Если тебе ни зачем это не нужно, и ты не хочешь, ну как бы, ну, тогда будут сложности. И здесь вот ключевая задача для руководства это именно вот найти те идеи, которые будут зажигать людей, люди будут хотеть их делать. Причем как на уровне самый сложный это топов, так дойти до низовых сотрудников. Потому что если вы, ну, не получится заразить людей какой-то, ну, понятной, интересной идеей, то, ну, все провалится просто. Наверное. Спасибо большое, Андрей. Благодарю очень за вступление. Мне самое интересно было послушать. Угу. Спасибо, благодарят за ответы на вопросы. Тебя тоже. Прекрасного вечера. Очень, очень приятно было и интересно. А мы переходим сейчас к следующей части нашей программы, к презентации школы Финтех. Мы стараемся быть в тайминге. Напоминаю, что действует скидка 10% на курсы для всех участников события по промокоду Welcome10. Она не суммируется с другими акциями. Я думаю, что будет хорошо, если у вас есть коллеги из страховой индустрии, которым вы сможете подарить эту скидочку. Нам, конечно же, как для отраслевого события, для этой школы, очень важно, чтобы коллеги именно в отрасли об этом узнали. Поэтому, если у вас есть знакомые из страховых компаний, пожалуйста, поделитесь с ними этим промокодом. Несмотря на то, что они не были с нами на мероприятии, но промокод Welcome10 будет для них работать тоже. Итак, отраслевая школа по финансовым технологиям. Это вторая летняя отраслевая школа, которую мы стартовали в этом году. Называется она «Трансформация финтех продукты и платформы». Сейчас действительно происходит такой большой трансформационный путь в этой индустрии. Финансовые технологии очень быстро и очень интенсивно двигаются в сторону не только разработки конкретных продуктов, например, мобильных приложений или каких-то сетевых решений в области финансовых технологий для клиентов, но они двигаются сейчас уже в сторону экосистем. Да, Сбербанк, Тинькофф развивают экосистему, не хотят, чтобы их называли банками. Это уже работа не только с конкретными цифровыми продуктами, а с разработкой таких платформенных решений, которые связаны и с платежными сценариями, и с покупкой продуктов питания, и с интеграцией других сервисов в свой цикл для того, чтобы человеку было максимально удобно реализовывать свои финансовые задачи, реализовывать свои финансовые цели. Практикум трансформации финтех продукты и платформы пройдет с 3 по 8 августа. Это тоже интенсив недельный, 6 дней и 4 модуля. Стоимость этого интенсива 35 тысяч рублей, так же, как отраслевой школы по страхованию. Это интенсивный практикум по созданию продуктовых экосистем в финансовой и банковской сферах. Что будет в рамках школы? Она будет полезна тем, кто создает банковские и финансовые продукты, ориентируется на мировой тренд развития платформы экосистем и, конечно же, стремится к тому, чтобы выстроить кросс-отраслевое взаимодействие вокруг своих продуктов, чтобы улучшить и углубить опыт пользователей. Нас ждут спикеры крупных российских компаний, которые платформы экосистемы финансовые развивают. Такие компании, как МТС, МТС-банк, Сбербанк, Открытие, Альфа-банк, Тинькофф, многие другие. В рамках школы по финансовым технологиям будет 4 модуля. Мы поговорим про клиентский опыт. Мы будем заниматься с вами разработкой банковских продуктов и услуг. Мы изучим с вами мировые тренды технологии будущего в области финтеха и инновации в банковской индустрии. Так как это интенсив, то мы с вами тоже будем решать конкретный кейс в области финансовых технологий.
С чем будем работать? Будем работать с клиентским опытом в финтехе, изучать сценарии, готовить кейсы. Будем разрабатывать банковские продукты и услуги, знакомимся с методами проектирования клиентоориентированных продуктов и сервисов, которые будут отвечать актуальным запросам клиентов, и с мировыми трендами и технологиями будущего. Посмотрим, какие драйверы и тренды сейчас есть, заглянем, какие технологии ждут в ближайшем будущем нас. Безусловно, тренд, вообще модуль трендов, он сейчас наполняет наши летние отраслевые школы, и у нас даже есть отдельный курс тренд-вотчинг, который скоро стартует. Я попрошу моих коллег сейчас курсом тренд-вотчинг поделиться. Дайте ссылочку, пожалуйста, на курс тренд-вотчинг, потому что он есть не только в рамках летней отраслевой школы, но и как самостоятельный курс по всем инструментам работы с трендами. Скоро он у нас будет. Инновации в банковской индустрии, вообще в финансовой индустрии. Рассмотрим путь трансформации, который сейчас проходит продукты здесь, который позволит клиенту осваивать новые сервисы. Посмотрим на то, как взаимодействие с клиентом сейчас выстраивается, обратная связь. Это и чат-боты, и цифровые помощники, и голосовое присутствие, бесконтактная аутентификация, множество технологий. Кто с нами будет? Будут очень интересные спикеры. Майя Кантер, директор по сервису и Customer Experience банка Открытия. Могу сказать от лица лаборатории Wonderful, что с банком Открытия мы периодически и довольно давно плотно вместе работаем над разными проектами в области улучшения клиентского опыта. Это продуктовая цифровая разработка, улучшение цифровых коммуникаций с клиентом, разработка новых решений. В частности, у нас был интересный кейс по travel-продуктам. Лектор Майя в МГИМО преподает, кандидат социологических наук. С нами будет Алексей Наумов, кандидат экономических наук, исполнительный директор одного из блоков Сбербанка. Он технологический фокус раскроет. С нами будет Екатерина Сополева, UX-дизайнер в МТС-банке. Она исследователь практик в области клиентского опыта в банковском секторе, ведущий, и будет говорить и передавать вам опыт своих кейсов. И, конечно же, Артем Макеев с нами будет. Он руководитель направления Data Science продуктов DomClick от Сбербанка. Раньше развивал диджитал-каналы коммуникации с потребителями финансовых услуг в Центральном банке Российской Федерации. У него большой как раз опыт развития автоматизации диалоговых систем. То есть, собственно, с платформами он всю свою жизнь работал, больше 5 лет. И нас ждут коллеги из Альфа-банка, Анастасия Григорьева, тоже, которая поделится своим опытом верификации гипотез, быстрой проверки гипотез, КАЗДЕВА. И мой коллега, ведущий курсов Центра дизайна мышления, старший исследователь лаборатории Wonderful Юрий Морозов. Юрий уже, получается, такой опытный исследователь и лектор, который присоединится к этой школе со стороны экспертизы и практики клиентского опыта. Вот такая быстрая у нас прошла презентация с вами курса «Школа летней отраслевой по финтеху». Напомню, что она состоится с 3 по 8 августа. Мои коллеги наверняка уже сбросили вам информацию в чатик. И для этой школы также действует промокод WELCOME10. Вы можете поделиться со своими коллегами, которые работают в финансовых технологиях, и пригласить присоединиться к работе в рамках одного интенсива, 6-дневного онлайн-интенсива, к работе с практическими кейсами. Я со своей стороны перехожу к презентации следующего курса, который у нас по плану сейчас направлен. Это курс «Будущее ритейла». Хотя, возможно, я поменяю. Не знаю, есть ли сейчас наш прекрасный спикер Юлия Дзынова. Появилась ли она у нас сейчас? Дайте мне, пожалуйста, намек, подскажите мне, с нами ли Юлия, или лучше сейчас другой курс представить. Да, сейчас мне коллеги... Ага, ну давайте пойдем дальше, да, пока Юлия сейчас не может подключиться, чуть-чуть попозже мы посмотрим с вами презентацию курса «Будущее ритейла». Вот, а сейчас я хочу дать слово Марине Трошкиной. У нас небольшая перестановка в расписании, буквально на один блок. Марина Трошкина, куратор онлайн-курса «Эмоциональный интеллект», мета-навык 21-го столетия. Прекрасный спикер, эксперт, начальник отдела обучения персонала «Ренессанс Кредит». Вот, и здесь ее замечательная фотография. Наверное, я попрошу сейчас Марину включиться. Я так понимаю, что, Марин, вы дальше по слайдам пробежитесь вместо меня, да? Включайте свой звук, пожалуйста. Мы вас ждем, коллеги. Конференцию.
Маша, спасибо. Коллеги, меня слышно? Видно? Вас слышно прекрасно. Отлично. Единственное, Маш, я бы хотела попросить, чтобы вы мне переключали слайды. Будет ли так удобно? Да, совершенно верно, так и планировалось. Пожалуйста, Мария. Все, супер, супер. Спасибо вам, Маш, за представление. Коллеги, всем добрый вечер. Прекрасное мероприятие. У меня тут... Тише, пожалуйста. А у меня дурацкое, посмотри. Да, только потише, хорошо? Да. Коллеги, прошу прощения, здесь второй звук. Второй звук у меня ребенок, не с кем было оставить. В общем, она будет периодически тоже что-то говорить про эмоциональный интеллект. Еще раз я представлюсь, меня зовут Трошкина Марина, я практикующий бизнес-тренер, психолог, консультант в области обучения и развития персонала. Сейчас я работаю в банке «Ренессанс Кредит», руковожу отделом обучения персонала. И сегодня я очень с большим удовольствием хочу представить программу «Эмоциональный интеллект» и рассказать о ней, и пригласить вас на это мероприятие, которое случится уже совсем скоро. Вот. С чего хотела бы начать? Да, про эмоциональный интеллект. Почему же он так улучшает межличностное общение и общение в рабочих командах? Как я уже сказала, у меня очень большой опыт проведения разных абсолютно мероприятий с точки зрения обучения и развития. Здесь есть стратегические сессии, фасилитации, и вебинары, и тренинги на абсолютно разные темы. Здесь и софт-навыки, и хардовые какие-то вещи. И вы знаете, коллеги, в один какой-то момент я поняла, что инструменты, которые, неважно, в каком тренинге, какой тренинг ты разбираешь или в какую тему ты заходишь, так вот эти инструменты как будто бы немного оторваны от личности самого человека, от его истинных желаний, от его истинных потребностей, от его истории. И я начала искать ответ на вопрос, вот что сделать такого, вот как нужно давать тему, чтобы человек после ее изучения, вы знаете, захотел меняться, захотел делать что-то по-другому. И ответ на этот вопрос я нашла в теме «Эмоциональный интеллект». Потому что единственное, что человека мотивирует, реально мотивирует, это эмоции и драйв. А вот эмоциональный интеллект – это как раз то самое, что позволяет эти эмоции и драйв у человека, у конкретного человека обнаружить. А вот почему, собственно, я такой фанат эмоционального интеллекта и считаю, что он просто такая очень важная составляющая вообще любой профессии и даже любого человека. Да? Кому будет интересен этот курс? Ну, так как я сама корпоративный бизнес-тренер, конечно же, корпоративным бизнес-тренерам, тем, кто создает, проводит софт-программы, знания об эмоциональном интеллекте, конечно же, усилят любую программу, вообще понимание, как, что это такое и каким образом это влияет на личность человека, на его поведение, конечно же, им это поможет. Руководителям, да, конечно, 100% улучшит, ну, изменит в лучшую сторону коммуникации в команде или руководитель-сотрудник. Но вообще тема эмоциональный интеллект, ее невозможно привязать либо к какой-то конкретной должности, да, или позиции. Это все-таки тема вообще для любого человека. И вот для тех, кто хочет прийти такому к внутреннему комфорту, гармонии и той самой энергии, вот, про которую я вначале говорила. Вот, поэтому он абсолютно всем может быть полезен. Вот. Что будет происходить, как мы будем изучать эмоциональный интеллект? Через что пойдем? Ну, во-первых, у нас будут и инструменты самодиагностики, когда мы определим себя, собственно, что с нашим-то уровнем эмоционального интеллекта. Вот. Здесь будет много удивлений. На самом деле, я тоже проходила эту всю историю и была уверена в одном, а показала другое, да, и это другое было абсолютной правдой, и, собственно, было проделано много работы в этом плане. Дальше, что еще? 4 составляющих эмоционального интеллекта, да, мы затронем такие основополагающие, фундаментальные вещи, на которых эмоциональный интеллект держится.
да, состоит. Вот. Конечно же, мы поговорим и будем разбирать, и будем практиковать инструменты, как, собственно, эти составляющие эмоционального интеллекта вообще в жизнь свою внедрить, и чтобы это как-то реализовывалось. Обязательно. Вот. В течение 5 дней, конечно же, мы будем говорить о том, почему эмоциональный интеллект в профессиональном плане сейчас, в профессиональной деятельности так важен. Вот предыдущие спикеры и Маша говорит о том, что то количество изменений, которые сейчас вообще в мире вокруг нас происходит, ну, к этим изменениям нужно быть готовым, я не знаю, психологически, морально, и быть в ресурсе. Когда человек в таком состоянии, он способен справляться, ну, с очень амбициозными задачами. Поговорим об этом. Конечно же, когда мы будем заходить и изучать эту тему, мы уже начнем работу по изменению и по формированию тех навыков, которые определяют эмоциональный интеллект. Вот, то есть это такой практикующий курс, который однозначно бесследно не пройдет, потому что один раз ты заходишь в эту тему, и, ну, ты в нее погружаешься, и она как-то тебя начинает преследовать. Вот. Мы поговорим еще о такой теме, как феномен командного интеллекта. Это еще одна тема, которая сейчас популярна, набирает, так скажем, обороты. Мы поговорим о том, что же такое командный интеллект, как он связан с эмоциональным интеллектом. И, ну, здесь могу что сказать, что сейчас, вот в это неопределенное время, в период, когда столько изменений вокруг, нестабильности и так далее, это даже не связано там с событиями, которые произошли в мире там последние несколько месяцев, просто все те трансформации, которые во всех отраслях происходят, они о чем говорят, что справиться одному человеку, даже бы, пусть он будет там 7 пядей во лбу, как говорят, да, или супер гениальным, будет очень тяжело. Справляться будут как раз-таки эффективные команды. Команды, которые, внутри которых есть такие вещи, как доверие, такие вещи, как помощь, когда в этой команде не страшно высказать свое мнение, когда в этой команде хочется поспорить или обсудить какую-то свою супер-пупер сумасшедшую идею и так далее. Вот это, по сути, и есть командный интеллект, и здесь мы будем тоже разбираться, а что же с командным интеллектом в данном конкретном случае, да, у участников. И здесь это речь может идти не только руководителя, и у которого есть там команда сотрудников, здесь идет речь в том числе и о людях, которые руководят проектом. То есть поговорим об этом. Вот. Ну и, конечно же, будут итоги курса. Это 5 дней такой интенсивной работы. Нас ждут 3 вебинара. 3 вебинара, 2 домашних задания с поддержкой и обратной связью от ведущего, от меня. Поэтому я еще раз приглашаю вас на это мероприятие. Состоится 29 июля по 2 августа. Будет длиться 5 дней. Приходите. Уверена, что это будет интересное путешествие, абсолютно точно полезное и классное. Вот, коллеги, у меня, наверное, все, что касается презентации программы «Эмоциональный интеллект», я рассказала. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вот, если нет, то до скорых встреч. Спасибо большое, Марина. Я включила свой звук. Все очень понятно было. И спасибо, что презентовали курс в конкретных инструментах. Я вижу, что сейчас вопросов каких-то нет у нас. Вероятно, моя коллега Мария закрывает все вопросы сейчас и по датам, и по стоимости курса. Много информации сейчас в чате, я вижу. Поэтому мы, наверное, Марин, благодарим вас и отпускаем. Сохраняем всю информацию. Спасибо, коллеги. И в записи, и на слайдах. Всего доброго вам, прекрасного вам вечера. Вот. Ну, а мы, наверное, двинемся дальше. Мы пока ждем мою коллегу, чтобы презентовать курс «Будущее ритейла», поэтому мы немного сдвигаем график, и я позволю себе перейти к презентации курса «Корпоративная культура», рассказать о том, что же у нас будет, что ждет. Нас дальше. Я хочу сказать, что корпоративная культура — это мой авторский курс. Он сложился у нас на основе практики команды и на основе моей многолетней практики. Все инструменты, которые мы в курсе изучаем, это мои собственные авторские инструменты. Многие из них мы продумывали с ребятами вместе.
Спонтанно родилась идея этого курса. В какой-то момент я вдруг поняла, что организационная трансформация и трансформация корпоративной культуры не имеет хорошей теоретической базы, так скажем, концептуальной базы осмысления, которая дает возможность, как вот на болоте, да, встать на какую-то точку опоры, на кочку, для того, чтобы двигаться дальше. И так как культура ест стратегию на завтрак, операционное превосходство на обед и все остальное на ужин, как сказал как-то один из практиков, вот, то, конечно, культура становится и ложится в основу организационной культуры, возможности и развития новых продуктов, и цифровой трансформации. Этот курс сложился на основе моего 20-летнего опыта наблюдения за самыми разными компаниями. Я не побоюсь сказать об этом, это тысячи проектов. Тысячи проектов, в которых мне удалось участвовать. Маленькие, большие, средние, самые-самые разные, в разных пропорциях. Такое как бы наблюдение за организационной культурой со стороны дало возможность мне разработать систему авторских инструментов и создать канву книги по корпоративной культуре, которая так и называется «Корпоративная культура, диагностика и трансформация». Канву этой книги я написала очень быстро, буквально на одном дыхании, а мои коллеги помогли мне инструменты доработать и вместе оформить. Я не думаю, что издание книги состоится в скором времени. Я постоянно возвращаюсь к этому основному тексту, дополняю, дорабатываю его. Однако уже сейчас можно было сделать вывод и выжимку для того, чтобы провести курс по корпоративной культуре. В рамках этого курса вас встретят инструменты как диагностики корпоративной культуры, так и трансформации. И первый курс буквально неделю назад закончился. Вместе с участниками курса, у нас было 12 студентов, мы прошли по всем инструментам диагностики трансформации корпоративной культуры, поделали упражнения, продиагностировали взаимно культуру участников и их организаций. И я очень надеюсь, что запустили такой мыслительный процесс у всех студентов, всех участников курса, а также дали инструменты, точки опоры для того, чтобы диагностировать и изменять культуру в своих компаниях. Курс «Корпоративная культура. Диагностика и трансформация» пройдет с 3 по 7 августа. Он будет длиться 5 дней. Напомню, что все наши программы, которые мы сегодня презентовали, это онлайн-курсы. Стоимость курса всего лишь 10 тысяч рублей. 3 дня вебинаров, 2 дня самостоятельных домашних заданий, трекинг, ответы на вопросы на протяжении всей фактически недели, да, 5 дней. Отзыв одной из участниц курса, который она вот дала на прошлой неделе, был такой, что, кажется, мы занимались целый год очень интенсивно, и очень много было инструментов, которые только предстоит осмыслить. Все вебинары будут доступны вам в записи. Вот. Что же будет на курсе? Какие инструменты? На курсе мы с вами познакомимся с системой культурных координат. Мы представим наш инструмент, такую диагностическую матрицу культуры организации, в рамках которой вы сможете свою компанию разместить в одну из групп культур. Культура тоталитарная, культура религиозная, культура бирюзовая. Такая система культурных координат. В рамках курса вы сможете познакомиться с инструментом, который называется «Модель корпоративной культуры. Песочные часы». Эта модель в буквальном смысле в формате песочных часов помогает представить вам и воссоздать, продиагностировать корпоративную культуру компании. С помощью атрибутов, с помощью языка, на котором говорят люди в компании, с помощью проектов, которые здесь запускаются. Отнести эту культуру к одному из 5 типов созидательных игр или культурных игр, которые управляют стратегией деятельности организации. Мы тоже с вами эти 5 типов игр, в которые играют взрослые, в которые играют компании, познакомимся. Это типы созидательных игр, которые нужны нам для того, чтобы строить свою собственную совместную деятельность. И одна из этих 5 базовых игровых метафор, такие как, например, спасение, война или торговля, или строительство, лежит в основе корпоративной культуры компании. Мы с вами сможем понять, насколько корпоративная культура компании подходит вам лично. И с одной стороны, и с другой стороны, насколько корпоративная культура компании соответствует успешной стратегии в той деятельности, которой она вдруг решила заняться. Не для всех компаний цифровая работа, разработка, например, или создание цифровых продуктов хорошо удается. Почему? Потому что культура компании, как сегодня сказал Андрей Скуратов, мешает внедрять. Да? А для того, чтобы создавать, например, цифровые продукты, мы с вами должны быть эмпатичными, открытыми, гибкими,
Если культура компании малоэмпатична, не совсем открыта и не такая гибкая, то, конечно же, успеха в этой деятельности в плане разработки цифровых продуктов современных компаний не достичь. Для этого нам понадобится с вами канвас культурной синхронизации, который поможет совместить личную организационную культуру и понять вообще, насколько они совпадают. Для многих этот канвас поможет принять решение оставаться в своей компании, присоединяться к новой организации в процессе такой диагностики. У нас будет диагностика культуры как часть модели песочные часы, культурный треугольник. В рамках него мы с вами сможем изучить тезаурус, то есть язык, на котором говорит организация, атрибуты культуры, буквально физические атрибуты, которые нас окружают, дресс-код, например, или рабочее пространство, артефакты, да, и инициативы компании, то есть типы проектов, которые компания поддерживает, как основу проявления культуры. И мы с вами сможем поработать с таким инструментом, как канвас культурной трансформации. Это пошаговый инструмент трансформации культуры, который нас ждет на следующем слайде. Канвас культурной трансформации – это инструмент, который помогает культурному ядру организации. Вы видите, вот здесь такое культурное ядро, да, которое находится в культурной броне, потому что старая культура сопротивляется, у нее есть броня. Пройти по всем стадиям трансформации культуры. От запуска культурных экспериментов, вот они здесь такие, да, как маленькие клеточки, до пилотирования культурных практик, закрепление их в разных функциях организации и внедрение нового культурного стандарта, фактически формирование нового культурного ядра. В концепции корпоративной культуры мы руководствуемся вот таким вот, такой космогонической, космологической метафорой. Есть культура как бы корпоративная, как культура совместной деятельности, она состоит из культурного ядра, которое окружает очень мощная культурная броня из регламентов, процедур, норм, ритуалов и традиций. И возникает феномен, как у любого тяжелого космического тела, культурной гравитации. Это проявление различных сил, сопротивление культурного ядра, инновации. Вот, с этой метафорой мы как раз, с одной из метафор мы будем работать в курсе. Помимо этого, как я уже сказала, вас ждет большое количество других инструментов. Этот курс помогали создавать мне мои добрые коллеги Анна Пилютик и Юля Дзынова. Первый курс я прочитала сама, но надеюсь, что в следующих курсах вы встретитесь со всей нашей командой, и коллеги тоже поделятся своей экспертизой в области того, как они видят корпоративную культуру, как они к ней подходят. В завершение я хочу сказать, что под корпоративной культурой мы понимаем культуру совместной деятельности. И это коротенькое определение может вам сейчас уже дать такой толчок к проявлению мыслительной активности и осознанию того, что такое культура. Это не набор ценностей, это не набор ритуалов, что чаще всего может нам встретиться. Корпоративная культура – это именно практика организации совместной деятельности или культура совместной деятельности в компании. Вот, ну что же, курс «Корпоративная культура» вас ждет с 3 по 7 августа. Он продлится 5 дней, это будет онлайн-курс, и его стоимость 10 тысяч рублей. Пожалуйста, присоединяйтесь, те, кому интересно, или поделитесь с коллегами. Напомню, что действует промокод 10% скидка на курс. Следующий курс, который мне хотелось бы представить, это курс... вот Юля, моя коллега. Нет, не курс «Дизайн Спринт». Сейчас все-таки у нас будет возможность услышать Юлю Дзынову, раз уж мы ее показали в связи с другим курсом. И я перейду сейчас к блоку или курсу, который называется «Будущее ритейла». Это третья отраслевая школа, которую мы представляем этим летом в Центре дизайн мышления. Юлия, куратор летней отраслевой школы «Будущее ритейла», эксперт в области фасилитации проектов и методологии дизайн-мышления, моя коллега, продюсер специальных проектов у нас в Центре дизайн-мышления. Юля, пожалуйста, я буду включать свой звук, я буду листать слайдики, а ты сможешь рассказать про школу. Приветствуем Юлю. Ловлю твою эстафету, Маша, всем привет, привет, сообщество. Я заботливо собрала экспертов рынка и области ритейла, да, с практикой внедрения методологии и инструментов дизайн-мышления, и вместе с ними рады будем видеть вас и ваших коллег в августе, да, в самый, на самом пике летнего сезона, на неделе с 17 по 22 августа. 6 дней мы в режиме интенсива
каждый день, но чтобы не устать, в первой половине с 10 до 13 погружаемся в методологию дизайн мышления, двигаемся постепенно, итеративно, все по нашему любимому методу. И здесь вот я хотела бы немного остановиться на каждом из дней, которые структурированы вдоль процесса дизайн-мышления, и, конечно же, мы начинаем с этапа эмпатии или исследований. А в этот день мы с нами поделится практик Михаил Правдин, да, он расскажет о практике применения методологии Customer Development в Авито. Миша лидирует UX-направление в Авито и, собственно, является тем человеком, который ведет команду и самостоятельно занимается каздевом для многих продуктовых команд в компании на ежедневной основе. Расскажет все нюансы применения и внедрения этого инструмента. На протяжении всех 6 дней мы делаем бриф, да, практический бриф от лидера рынка. Пока это небольшой секрет, рады будем им с вами поделиться. Второй день мы посвящаем, Маша, поделишься вторым днем, да, прояснешь? Ага. Во второй день нас ожидает спикер из Leroy Merlin, директор по омниканальности, который расскажет о практике построения омниканального CGM в компании, да, и как, собственно, коллеги сделали так, чтобы опыт их пользователей магазинов Leroy Merlin был максимально бесшовным. А в среду мы двигаемся дальше по процессу, вдохновляемся трендами, да, и в этот день нам расскажет о своей практике Милор Курдебанидзе, поделится, как вкусвилл превращался в e-com. Да, Милор — это продукт-менеджер вкусвилл и вдохновитель многих тех прекрасных сервисов, которые мы с вами могли попробовать в течение изоляции, в том числе прекрасной доставки вкусвилловской, которую мы все так любим. А следующий день... Да, в четвертый день мы приглашаем нашу коллегу, с которой неоднократно уже успели посотрудничать. Елена Лебедева поделится своим опытом проектирования Fidgetal Store и расскажет коллегам по отрасли, как же строить магазин будущего. У Елены большой опыт работы в ритейле. Это и Leroy Merlin, и Остин, и Азбука вкуса. И в каждой из брендов, в каждой из компаний Елена запускала новые концепции, и они в каждом кейсе все более становились все более и более футуристичными. Вместе с Еленой двигаемся в будущее ритейла. А следующий день нас обрадует коллега из Азбуки вкуса, который, как, может быть, вы слышали, сейчас запустили собственный аналог Amazon Go. Да, такой прекрасный. Тестируют коллеги возможность покупать в магазине без кассиров. И они, собственно, расскажут, какова цена экономики доверия и какими экспериментами они приблизились, да, к этому релизу, к этому пилоту. И закрывает школу. Не зря, Маш, ты предварила мою презентацию подробным рассказом о курсе, который
подчеркивает важность культуры, создания культуры. Мы решили именно по этой, в том числе по этой причине, закрыть, запоминается последнее, говорят, мы закроем школу ритейла кейсом от «Магнит». Да? С нами поделится Маргарита Терехова, руководитель интеркома «Магнита». И совсем недавно эту позицию и все подразделение по работе с внутренним клиентом, внутренней культурой вывели в первую линейку SEO, что говорит, насколько в фокусе компания держит именно этот аспект. Да? Качество опыта внутреннего клиента. Я сделала для вас сейчас небольшой обзор того, что вас ожидает. Кроме того, кроме практики, каждый из дней наши коллеги из Центра дизайна мышления поделятся кусочком теории. Каждый день участники будут уходить с небольшим, но вдохновляющим заданием, да, на которые смогут получить от нас обратную связь. И в финале, да, мы надеемся, что каждый из участников унесет достаточно заряда инновационности, вдохновения и новых идей для того, чтобы в магазинах дома, ритейл-пространства в наших городах становились все более комфортными, интуитивными и эмоционально приятными, да, чтобы наш опыт покупки в любом магазине у дома, будь то «Пятерочка», будь то «Вкусвилл», будь то, не знаю, небольшой фермерский рынок, неизменно приводили нас в восторг. Так, я подхватываю, Юль, да? Да, возвращаюсь, Стасия. Спасибо большое за презентацию всех спикеров. Спасибо большое. Действительно, Юля собрала эту школу прекрасную своими усилиями, талантом и стараниями. И мы будем очень рады, если вы сможете поделиться со своими коллегами, которые хотели бы поучаствовать или работают, вернее, которые работают сейчас в ритейл-индустрии, и которым было бы полезно на этой школе поучиться, потому что будем заниматься разработкой новых ритейл-сервисов, продуктов. Вот. Это очень актуальная тема сейчас. Собрали ровно тех, кто этим занимается у себя. Действует скидка 10% на курсы для всех участников события. Тот же промокод WELCOME10, который я сегодня активно представляю в рамках нашего мероприятия. Не суммируется это с другими акциями. И я хочу посмотреть, вдруг есть какие-то вопросики. Нет, наверное, вопросов нет. Вот как раз все мои коллеги вам закрывают в плане информационного поля. Замечательно. Ну что же, у нас остается презентация следующего курса. Или, наверное, мы все, да, с вами. Сейчас я посмотрю. Все, нет. Вот у нас эмоциональный интеллект, была Марина Трошкина. Я рассказала про корпоративную культуру, про инструменты диагностики, про моих коллег, которые помогали этот курс создавать. И последняя программа, которую хотелось бы мне сегодня представить, это программа Design Sprint. Онлайн-курс «Дизайн спринт. Основы метода. Как провести команду от исследований до прототипа за 5 дней». Курс очень хороший, я его анонсировала в самом начале. Те из вас, кто остался до конца мероприятия, сейчас будут иметь возможность познакомиться с ним поближе. В рамках этого курса мы даем сертификат спринт-мастера. Это еще одна компетенция, которую сейчас точно должны иметь скрам-мастера, тренеры, фасилитаторы разных методик. В курсе мы собрали основные этапы, инструменты проведения продуктового и дизайн-спринта, методы работы с командой. Дизайн-спринт – это новый формат образовательного интенсива, который мы сделали по модели Google Ventures. Он поможет и сейчас уже помогает проходить команде за 5 дней цикл от идеи продукта до тестирования прототипа. Наши коллеги из Банка Открытия, например, очень активно используют этот инструмент. Но я думаю, что коллеги из других компаний, много уже в русском интернете появилось на тему дизайн-спринтов, на тему этой методологии. Меня очень вдохновляет этот курс.
и те коллеги, которые ведут его, которые сейчас являются кураторами курса. Вообще, сама методика дизайн-спринта в основе своей содержит методологию дизайн-мышления. Этапы от погружения в опыт клиента через генерацию идей, выбор идей, до разработки продукта, до прототипирования. Вот это вот самый быстрый, да, и самый важный, на самом деле, отрезок, который обычно в работе компании замыливается, который мы обычно забываем проходить. Это этап Customer Discovery, это этап экспериментов, безболезненных проб и ошибок в плане разработки, развития новых сервисов. Вот этого очень сильно не хватает, поэтому мне очень нравится этот курс. Он также пройдет в режиме короткого интенсива, как проходят наши онлайн-курсы. 15 часов занятий, пройдет с 5 по 9 октября. Акцент курса на том, как провести команду от исследований до прототипа за 5 дней. Что будет? Ну вот, собственно, дизайн-спринт по шагам. Это разработка карты процесса, обмен, инструменты обмена быстрой обратной связью. Это день скетчинга и такой быстрой генерации идей. Это день выбора идей и специфических инструментов, которые лежат за рамками, наверное, инструментов, знакомых вам в процессах дизайн-мышления. Это работа с прототипом, это тестирование с пользователями. Тоже есть совершенно авторские интересные инструменты с интересными названиями в дизайн-спринте. Вот, их нужно знать для того, чтобы говорить на одном птичьем языке с коллегами из компании, проводить команды, чтобы они вам доверяли, что вы знаете методологию дизайн-спринта. Я очень советую этот курс. Этот курс ждет нас в октябре. Он ждет нас с 5 по 9 октября. Чему научитесь в рамках курса «Дизайн-спринт»? Научитесь погружаться в клиентский опыт и тестировать гипотезы быстро, потому что, еще раз подчеркну, 5 дней длится, да, спринт, вам нужно за 5 дней пробежать очень быстрый, как бы такой действительно забег, такой очень спринт. Коротенький такой промежуток разработки. Эффективной фасилитации. Научитесь, мы будем передавать инструменты и методы фасилитатора в дизайн-спринте. И как работать с типичными сложностями при организации корпоративных спринтов. Вас ждут гибкие методы в распределенной команде. Сможете узнать, как правильно организовывать спринты в работе удаленной команды, потому что сейчас удаленная команда – это уже не опция, а это базовый сценарий для работы. Что очень важно, то на курсе, что на курсе дизайн-спринты вы получите комплект рабочих материалов. Это чек-листы каждого дня, канвасы, методичка, советы спринт-мастеру и другие полезные инструменты. Напомню, что это онлайн-курс. В онлайн-формате мы будем работать с вами в интерактивных лекциях и упражнениях в Zoom. У нас будет с вами платформа совместной работы Miro, доски Miro, на которых мы будем передвигать стикеры и создавать совместные концепты. И методические материалы по курсу, а также записи вебинаров будут лежать на платформе GetCourse. Конечно же, это регулярная поддержка и обратная связь от тех, кто ведет курс. Вопросы можно будет задавать. Вам всегда на них ответят, проверят домашние задания. Каждый день они будут. 5 дней интенсивной работы нас ждет. Обращу ваше внимание, еще раз акцентирую, для кого этот курс будет хорош. Для тех, кто хочет освоить методологию дизайн-спринта и перенести эту практику в свою команду. Если вы тренер, если вы фасилитатор, если вы скрам-мастер, неважно, если вы продуктолог, человек, который занимается разработкой, проектированием, бизнес-аналитик, вам эта компетенция организации работы команды очень понадобится. А методология дизайн-спринтов хорошо воспринимается цифровыми разработчиками, они хуже воспринимают темы тренерские, вот, больше воспринимают темы из цифровой разработки, дизайн-спринт как раз им очень близок. У нас будут кураторы спринта из компаний BNP, Paribas, Cardiff и RAIXAS. Будут приглашены спикеры из разных других компаний, хороших, правильных. Мы там тоже будем, как лаборатория Wonderful, передавать свой опыт. Одним из кураторов спринта является Мария Шакланова, исследователь лаборатории Wonderful, ведущий дизайн спринтов. 5 дней пробежим от введения в дизайн спринт по всем инструментам постановки цели спринта. Будет конкретная задача, которую мы выполняем. Сгенерируем идеи, выберем, проработаем решение, разработаем прототип, и 5-й день у нас будет тестирование, подведение итогов спринта. Для тех, кто хочет получить сертификат спринт-мастера, вот эта базовая ступенька, она будет очень хороша в том смысле, что мы пройдем по основам методологии, по ключевым вещам, которые
позволит вам получить хорошее представление о методе, забрать методические материалы с собой. Ну, если с самого начала, после курса сразу, не имея тренерского или фасилитационного опыта, вы опытным спринтмастером не станете, то вместе с этим сертификатом вы сможете сделать первую ступеньку в своей карьере спринтмастера, тренера или фасилитатора, уже сразу же запрыгивая в современную методологию, сразу же знакомясь с теми инструментами, которые сейчас в мире приняты. Вот, как раз коллеги проведут вас по этому процессу. Это Софья Дьяконова из Кардифа, это Егор Гилев из РАЙК и Мария Шакланова, которую я уже представила, наш исследователь, фасилитатор и руководитель проектов. Работала со многими крупными брендами, помогает и работает в проектах с нами сейчас, а также делится своим опытом на образовательных курсах. Скидка 10% вас ждет и на этот октябрьский курс для всех участников события. Напомню, что промокод нашего сегодняшнего мероприятия – это Welcome10. Он не суммируется с другими акциями. Если они есть по курсам, мои коллеги вас точно проконсультируют. Я вижу, что Мария в чатике сегодня очень активно сообщает вам информацию. Поэтому по курсам, которые мы сегодня представляли в рамках Дня открытых дверей, мы и по другим программам тоже, я думаю, которые вас заинтересовали сегодня на Дне открытых дверей. Я сегодня на тренд-вотчинг, да, давала вам ссылочку. Еще на какой-то курс, по-моему, мои коллеги оставляли вам и писали о датах этого курса проведения. Он скоро стартует. Вот, вы можете проконсультироваться, получить эту скидку, либо поделиться этой скидкой со своими друзьями. Особенно это будет важно для отраслевых школ, программ отраслевых школ, которые у нас есть. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их, пожалуйста, сейчас задавайте. Я пока напомню, что у нас есть канал в Инстаграм и страничка на Фейсбуке Центра дизайн-мышления. Подпишитесь туда и туда, кому как удобно. Я, например, фейсбучный пользователь, хотя периодически захожу, читаю Инстаграм, вот, но многим предпочтительно видеть ленту анонсов, ленту событий в Инстаграме. Там мы публикуем полезные материалы и анонсы наших программ. Это прекрасная фотография, завершающий слайд нашей сегодняшней презентации «Дня открытых дверей», на котором содержится как раз ссылочка на Facebook-страницу центра, на которую я тоже рекомендую вам подписаться, наш сайт, где представлены все программы, и почта, на которую вы можете обратиться для того, чтобы написать письмо или заказать обратный звонок. Мы очень стараемся сделать так, чтобы все лендинги наших программ на сайте центра были удобны, адаптивны для мобильной версии, адаптивны для того, чтобы сделать быстрый заказ, заказать нам обратный звонок или любым другим удобным способом связаться с нами, например, по каналу WhatsApp. Я буду очень рада, если вы воспользуетесь любой из возможностей. С помощью сегодняшнего мероприятия мы запишем и оставим запись для вас, ей можно будет поделиться с вашими коллегами. С помощью запроса в один из каналов, с помощью звонка мы, конечно же, доступны самыми разными способами. Отраслевые школы и курсы новые, которые мы запустили, они сейчас доступны в онлайн. Я думаю, что в скором времени, возможно, после Нового года, а может быть, не так скоро, они будут доступны в офлайн, когда смогут набираться офлайн-группы. А сейчас очень удобный формат онлайн. Он понравился и нам, и нашим студентам. Платформы современные помогают нам организовывать эффективные решения для онлайн-обучения. И я приглашаю вас к нам присоединиться. Я вижу, что сейчас есть вопросики в чате. Да, мои коллеги вам отвечают, я предлагаю поддержать коммуникацию. А для отраслевых школ я приглашаю на отраслевые школы по страхованию, ритейлу и финтеху несколько участников от компании. У нас есть хорошие предложения для организации участия команд в этом онлайн-курсе, чтобы вам было комфортно присоединиться. Я знаю, что сейчас начинают размораживаться бюджеты, и, в принципе, потеплело отношение после жесткого режима самоизоляции к образовательным практикам в корпоративной среде. Уже можно своих коллег приглашать, уже можно согласовывать обучение. Вот. Поэтому, конечно, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот. Я буду рада, если есть какие-то вопросы ко мне, например, как ведущему сегодня. Вижу, что вы в чатике задаете вопросы. Есть ли какие-то вопросы общего характера, может быть, про наш центр, может быть, про какие-то программы другие, про которые мы не сказали. У нас ведь есть очень интересные программы. Это программы по дизайн-мышлению, базовый курс. Я сегодня про него рассказывала.
прекрасные курсы по трендам, такой курс, как «Тренд-вотчинг». У нас есть программы по клиентоцентричности, по управлению продуктовыми удаленными командами. Я здесь снова адресую вас на вкладочку «Академии клиентского опыта», в котором, в рамках которой есть программа, про которую мы сегодня не успели проговорить. Вот. Пожалуйста, знакомьтесь. Есть ли вопросы сейчас? Немного подожду ваших вопросов. Да, ну что же, тогда мы будем на связи. Я вижу, что быстрые вопросы были сняты активной работой моих коллег. Большое спасибо нашей команде Центра дизайн мышления, кто сделал это мероприятие. Хочу от всей души поблагодарить коллег Ксению, Марию, Нину, Юлю, Анну. В общем, всех-всех, кого я даже не назвала, спасибо вам большое. Будем очень рады общению с вами. Присоединяюсь к моей коллеге Нине, которая поделилась сейчас мейлом и телефоном для того, чтобы быть на обратной связи. Запись будет вам доступна для того, чтобы пересмотреть что-то и быть в курсе или поделиться с коллегами. Благодарю вас за это прекрасное время вместе. Я очень надеюсь, что вы встретили в рамках Дня открытых дверей полезную информацию для себя. И мы будем рады продолжить с вами общение. Всего самого доброго. Спасибо, Алина, за вашу обратную связь. Онлайн такой формат, в котором хочется обратной связи от участников в чатике или голосом, поэтому особенно ценны ваши добрые комментарии и благодарность. Всего доброго, мы завершаем нашу конференцию. Спасибо большое, очень понравилось. Спасибо огромное. Обязательно придем учиться. Замечательно, будем ждать новых встреч с вами. Всего доброго. Все, мы завершаем.